Ребята, уже пора! Розочка, мы опоздаем на королевскую свадьбу. Скорее поженимся. Витан! Что? То есть поженим наших друзей, Тихоня и Хрища? Да, было бы странно, если бы мы поженились. Да, неловко. О, вот это был мальчишник. А, облачко сейчас стошнит. Брюлик, ты милейший маленький цветочек. Да хватит, пап. Я милейший маленький мужчина. Дорогие друзья, мы собрались с вами здесь. Остановитесь! Я Солнечник. Давно пропавший брат Цветана. Что? Драма! Динклс, попкорн. Ты тот парень из братанов! Мы только что их слушали! Это давно в прошлом. Цветан, почему ты мне не говорил, что у тебя есть тайный брат? Поправка. У меня раньше был брат. Мои братья бросили меня. Цветан, наша песенка спета. Таким отпетым мошенником, чей ласковый май прошел, остается только забыть про свои корни. Цветан, нужно найти остальных братьев и вернуться на сцену. Братаны! Это будет крутейшее воссоединение всех времен. Братаны 2.0. Братаны снова вместе. Братаны, пора собраться. Куда запропастились? Не знаю, но мы их найдем. Итак, Брюлик, Цветан, Розочка и какой-то левый чел это начинают я? Музыкальный тур. Слушай, Брюлик, а что это за кнопка такая? Ты про кнопку улет? Держусь из последних сил, чтобы ее не нажать. Нажимай. Вау! Так вот что это за кнопка? Ха, погляди-ка.